Территория опережающего развития в Новочебоксарске – голубое топливо в Заволжье. Это основные темы рабочих встреч в Рио главы республики Олега Николаева, которые он провел в Москве и Санкт-Петербурге. Льготный экономический режим для бизнеса даст Новочебоксарску мощный толчок для развития местных предприятий, решит вопрос нехватки рабочих мест и повысит уровень заработной платы. Кроме того, благодаря договоренностям, достигнутым в Минэкономразвитии, город-спутник сможет развить новые виды деятельности и снизить зависимость от градообразующего предприятия «Химпром». Вопросы газоснабжения республики Олег Николаев обсудил с генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым в Санкт-Петербурге. В 2020 году на газификацию региона «Газпром» направит 229 миллионов рублей. Предусмотрено строительство газопровода к заволжской территории протяженностью 52 километра, в том числе 21 километр по территории республики Мариэл и 31 километр по Чувашии. Также будут организованы работы по газоснабжению комбината керамических изделий в Алатыре. В ближайшие дни Министерство строительства совместно с заинтересованными органами, в том числе муниципальной власти, предстоит работа по актуализации инвестиционной программы. И в кратчайшие сроки наши предложения нам надо представить в АО «Газпром», с тем, чтобы все объекты были согласованы и чтобы во второй половине августа мы его смогли зафиксировать и утвердить для дальнейшей работы. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.